Всем привет! Сегодня предлагаю вашему вниманию мастер-класс по чебурашке. Будем делать вот этого милого зверька, ушастика. Для того, чтобы сделать чебурашку, нам понадобится проволока тонкая 0,25-0,30 мм толщиной и длиной отрезаем 90 сантиметров. Отрезаем. И начинаем в технике параллельного плетения делать чебурашку. Сначала набираем 4 светлого коричневого бисера, одну темного и 4 светлого. Раз, два, три, 4. И этот первый ряд мы опускаем на серединку нашей проволоки. Переходим к следующему ряду. Набираем 2 светлого, 4 темного. Раз, два, три, 4. И 2 светлого. Раз, два. Потерялась одна. Так, 2. И теперь второй проволочкой, вторым концом, проходим через весь ряд бисера. Складываем 2 края вместе и опускаем к нашему первому ряду. Ну и теперь можно подтянуть с двух сторон. Подтягиваем второй ряд к первому вплотную. Выпрямляем. И переходим к следующему. Набираем 6 темных бисеринок. Раз, два, три, 4, 5, 6. И проходим через все 6 бисеринок вторым концом проволоки. И аккуратно подтягиваем. Следите, чтобы вот таких не было петелек, чтобы проволока ровно лежала. И выравниваем ряд. Следующий ряд у нас 1 светлая, 8 темных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 темных и 1 светлая. Светлым бисером мы выделяем ручки и ножки чебурашки. И проходим через весь ряд, подтягиваем к предыдущему. Аккуратно подтянули, выпрямили, сделали его ровным. И начинаем следующий ряд. 1 светлая, 3 темных, 1, 2, 3, 2 бежевых, это у нас будет грудка, 3 темных и 1 светлую. И пропускаем этот ряд.
как и предыдущие. Подтягиваем. И выпрямляем. Начинаем следующий ряд. Одна светлая, две темных, четыре бежевых. Раз, два, три, четыре. Две темных. Раз, два. И одна светлая. И опять проходим вторым концом проволоки через весь ряд. Подтянули, выровняли и набираем следующий. Одну светлую, одну темную, четыре бежевых, раз, два, три, четыре, одну темную и одну светлую. Туловище мы заканчиваем. И сейчас будем переходить к голове чебурашки. Набираем 7 темных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И подтягиваем ряд к предыдущим. Вот туловище у нас готово. Выпрямили, чтобы было все ровно у нас, аккуратно. Так. Следующий ряд у нас. Две темных, две бежевых, две красных. Раз, два, две бежевых и две темных. Раз, два. Подтягиваем, укладываем ровно. Вот у нашего чебурашки и появился ротик. Так, следующий ряд у нас. Две темных, три бежевых. Раз, два, три. Одна черная. Три бежевых, раз, два, три, и две темных, раз, два. Проходим ряд и подтягиваем. Рот и носик у чебурашки уже есть. Следующий ряд набираем две темных, раз, два, одну бежевую, две черных, две бежевых, две черных, одну бежевую и две темных.
Подтянули. Следующий ряд у нас 2 темных, 7 бежевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 2 темных. Ротик, носик, глазки у нас есть. Сейчас следующий ряд будем делать бровки. Подтянули, выпрямили. Набираем 3 темных. 1, 2, 3. 1 черную. 3 бежевых. 1, 2, 3. 1 черную и 3 темных. 1, 2, 3. Пропускаем все бисеринки на проволоку. Подтягиваем. Так. Вот уже голова у нас почти готова. Остался последний ряд. И мы набираем 8 темно-коричневых бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Проходим проволочкой и подтягиваем. Все, наша голова и туловище Чебурашки готовы. Теперь будем делать. Эти нам цвета уже не нужны, только темный. Отодвигаем их в сторону. И теперь будем делать этому ушастику большие уши. Чтобы сделать ушки, у нас осталось 2 конца проволочки. Правое ухо начинаем. Мы проходим проволокой этой вот между рядами. Спускаемся по этой проволочке, которая идет у нас между рядами, вниз. Аккуратно, как будто шьем. Прошли вниз. И теперь набираем 6 темных бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Набрали. Теперь сверху у нас мы опять должны зацепить проволочку промежуточную, которая у нас идет между рядами. Выпрямили ровненько. Захватили там проволоку и подняли ее вверх. После того, как подняли вверх, нам нужно пройтись еще раз возле самой проволочки, уже там, где закончились наши эти 6 бисеринок. Теперь набираем 7 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И точно так проходим, цепляем за предыдущий ряд. Там, где у нас были 6 бисеринок, опускаем вниз и проходим между первой и второй проволочкой вот здесь. Перекручиваем. И опять у нас проволочка готова к работе. Набираем 8 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь между первым и вторым рядом проходим через проволочку
поднимаем ее вверх, выравниваем ряд. И нам нужно между вторым и третьим рядом зацепить проволочку, пройти вот между вторым и третьим. Следите, чтобы петельки не образовывались, иначе проволока может сломаться. Выпрямляйте эти петельки, если они получаются. И опять поднимаем проволоку вверх. Набираем следующий ряд. 7 темных бисеринок. 3, 4, 5, 6, 7. И точно так между вторым и третьим цепляем проволочку. И теперь проходим проволочку между третьим и четвертым. И опускаем опять ее вниз. Зацепили. Закрепили. И последний у нас ряд. 6 бисеринок темных. 3, 4, 5, 6. Проходим опять между третьим и четвертым рядом последним. Так, здесь у меня, кажется, одну лишнюю набрала. Бисеринку убираю. Проходим между последними рядами. И теперь нам нужно пройтись через последние 6 бисеринок. Если сразу пройтись не получается, то можно частями. Нам нужно пройти аккуратно. Следите, чтобы здесь ровная петелька была, не перетянутая. И аккуратно протаскиваете. Так, вот здесь она у меня получилась. Нужно ее выровнять. Так, затянула. И теперь, как обычно, заканчиваем мы ряды все. Нам нужно пройтись проволочкой, спрятать ее. Мы проходим между каждыми рядами, цепляем проволоку. И спускаемся вниз, дополнительно делая нашего чебурашку более плотным. Он у нас не будет болтаться, будет хорошо держать форму. Проволочка нам позволяет, и мы можем спуститься до самого низа. Проходим все перемычки. И обрезаем проволочку. И чтобы хвостик нам не мешал, мы его хорошенько зажимаем, поджимаем, чтобы он не цеплялся за руки и за одежду. Так. И теперь делаем второе ухо. Точно так, как первое. Проходим проволочкой по перемычкам. Спускаемся до конца головы. Вот, почти до шеи. Так, до того ряда, где у нас был ротик. И набираем 6 бисеринок темно-коричневых. 3, 4, 5, 6. И за верхний ряд укладываем ряд, поднимаем проволочку вверх и проходим проволочкой еще раз, уже цепляя эту
проволоку, на которой держится наш первый ряд из 6 бисеринок. Набираем следующие 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Проходим. Цепляем за предыдущий ряд проволочный. Поднимаем проволочку вверх, чтобы она ровненько легла. И между первым и вторым рядом уха проходим, делаем оборот проволоки. Обернули проволочку и набираем следующие 8 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Между первым и вторым рядом проходим, петельку делаем, поднимаем вверх. И между вторым и третьим тоже оборачиваем нашу проволочку. И набираем следующий ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 темных набрались коричневых. Проходим, цепляем между вторым и третьим рядом, подтягиваем и оборачиваем между третьим и четвертым. Оборот делаем один, поднимаем вверх и набираем следующие 6 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Проходим между третьим и четвертым рядом. И теперь спускаемся через весь этот ряд к 6 бисеринок по уху вниз. Через самый последний ряд. Все, спустились вниз. И теперь точно так, как первое ухо, мы прячем нашу проволочку и укрепляем заодно нашего Чебурашку. После нового фильма «Чебурашки» он обрел вторую жизнь, стал опять в моде. И я думаю, что вам пригодится эта фигурка. Украсить можно брелок, сделать подвесочку для ключей, для рюкзачка. А кто-то может захочет сделать себе сережки с чебурашками. И летом будет щеголять в своих ушках с этим ушастым зверем. Ну, в общем, можете придумать, как его использовать. Все, спрятали нашу проволоку. Всю. Удалили лишний кусочек, зажали хвостик. И наш чебурашка полностью готов. Выпрямили, поправили все. Вот такие у меня получились два разных чебурашки, потому что начала первого делала пробного. Немного другой бисер был. Вы подберите цвет, какой у вас есть бисера. И теперь мы сделаем подвесочку от огнем. Проволочку, колечко, и за край где-нибудь подцепим. Зажимаем колечко назад, и все, наша подвесочка полностью готова. Вот такие чебурашки у вас получится по этому мастер-классу. Надеюсь, все было понятно. Схема будет в статье на Дзене, ссылочка в описании к видео. И жду ваши комментарии, если что-то непонятно, отвечу на все вопросы. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал,
Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И всем пока, до новых встреч!